Москва. Достал с балкона бутылку с водой. На улице минус 13. Ночью было еще холоднее. Рядом три бутылки лежат на балконе. Вот они, замерзшие в дым, в дрызг. У этой внутри, в сфере размером с большой теннисный мячик, чуть даже больше, телепается вода. То, что она телепается, видно по вот этому пузырьку с водой. Вон, и там даже и капли вылезают. Вот только что капля выжилась из пробки. На улице минус 13. Капец. Непонятно. Кстати, не первый раз. У меня уже было же. В гараже стоит 25 бутылок, 26-я не замерзшая наполовину. На улице тоже там минус 15, типа.